Вот. Время такая штука, что она делает все, ну, из-за нее все устаревает, все подлежит тлению. И тление показывает, насколько вещь ценна. Вот. Человек тоже стареет, кожа становится дряхлой и, ну, болеет. Ценность человеческой жизни. Кто определил? Кто определяет вашу ценность? Сколько вы стоите? Не сдавайте свою душу в ломбард, не меняйте на временные погремушки. Придите к Богу и спросите, для чего Он создал жизнь? Что Он хотел? Вот. Начните слушаться Его. У Бога есть вечность, там, где время прекратится, и этот круговорот остановится. Поэтому вам надо познакомиться с Иисусом Христом. Поздравляю, вы еще живы. Вы можете это еще сделать.